Жестокость, кровь, секс, нагота и мать-перемать. И снова здравствуй, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов Может Все, и сегодня Фролов Может Все в игре под названием Lies of P, что в переводе с ненашинского английского на такой теплый ламповый русский переводится как ложь P. Если впервые на канале, тогда обязательно подпишись, а если ты уже являешься частью нашего такого родного, такого невероятного комьюнити, тогда с тебя лайк, комментарий и распространяй в социальных сетях. А я начинаю. Новая игра. Играем мы с геймпада, так что мы погнали. Улучшить клинок можно с помощью лунного камня. Обратитесь к Евгении в отеле, чтобы наделить оружие мощной атакой. Вершится обман. Сейчас мы играем в демо-версию. Полная версия выходит 19 сентября. В память о великом писателе Карла Коллоди. Кто это? Ты меня слышишь? Буратино написал, вообще не он. Ну, Пи это типа Пиноккио, если вы не поняли, то Lies of Пи. Марионетка Джепетто, нам нужна твоя помощь. И прилетела синяя бабочка. О, как бы это, как в Терминаторе втором. Ну, ты понял, блин. Вот это отсылочки. Слушай, посмотри, как это красиво. Левая рука из стали. L перемещаться, R вращать камеру. Вращаем от души. Вот мы вот такой. Ага, и круто он стал вот так. Я не совсем понимаю, короче, парень-киборг. Справа валяются одна рука побольше, вторая поменьше. Как это в мемасе, мышь побольше, мышь поменьше. О, вот ты где. Я повсюду тебя ищу. Тут кто-то компот разлил или варенье. А я иду дальше. Где я нахожусь? Что за подводная лодка? Или метро в Питере? Ну, кто был в Питере, в метро, тот поймет, о чем я. А взаимодействие? А с чем взаимодействовать? Ага. Джемини. Джемини скоро перезапустится. Они добрались и до Джемини. Но нам нужно спешить. Меня зовут София. Приходи в отель Крат. Я объясню, что происходит. Приходи на сеновал. Я буду с кузнецом. Джемини, проводи его до отеля. Лампа Монат, даже если вы заблудитесь в тумане, не пугайтесь, сверчок проводит вас до цели или типа того. Я иду дальше. Тебе нужно отсюда выбраться. Найди то, что может помочь. Может помочь какая-нибудь дверь отсюда выбраться. Это походу бочки с нефтью. Либо нефть, либо кока-кола. Я вижу, меч блестит. Но на улицах опасно. Возьми здесь какое-нибудь оружие. Да-да-да, давай мне вон тот огромный клинок. Вон, да, или топор. Оно поможет тебе добраться до отеля. Как в Джон Уике. Ага, выберите стиль боя. Путь сверчка баланс. Включить отображение. Короче, путь сверчка баланс, путь бастарда ловкость и путь мусорщика сила. Мне пока что из всего вот этого путь мусорщика больше всего нравится. Если я нажимаю Y, появляется больше информации. Жизненная сила, мощь, выдержка, подвижность, выучка, талант. Очки здоровья. Меньше всего выносливости почему-то у самого мощного. Странно, кстати говоря. И мощь, кстати говоря, тоже самая низкая. Ну что за херня? Что за херня? Но здоровье больше всего. Предельный вес тоже самый большой. Защита от физурона 80. Блин, ну так чё? Ну я пойду по пути мусорщика, естественно, конечно. Клинок большого меча судьбы. Пункт назначения, ага, рекомендуем покинуть ваше место. Все хорошо. Здесь явно дверь. Да-да-да-да-да, мы, короче, на электричке приехали. Это была не подводная лодка, это была электричка. Направо, направо, перрон закрыт. 9 3/4, никого нет. Тут кто-то лежит, отдыхает. Как мне, ага. Смотри, справа написано, как нажимать блок, как рывок. Это на Б, ага. Если чё, я ни в один Dark Souls не играл. Вообще. Для меня вот сейчас прям, ну, типа, первый раз. Брат! Братишка! Опа! Видал? И второй.
Ой-ой-ой-ой-ой! Не вставай! Не вставай! Так, да-да-да-да-да, обрати внимание, слева наверху у меня, оказывается, есть стамина. Стамина, в переводе с английского, это выносливость. Так, так они марионетки. А куда мне... Ну ладно, идти явно прямо, хорошо. Добро пожаловать на вокзал Крата! Ну, добро пожаловать, я... Вас ждет поразительная демонстрация человеческой предприимчивости. Желаем жителям и гостям Крата благополучного пребывания в городе. Так, я вижу какую-то еще бабочку. Берем. Зубчатое колесо. Что нам это дает? Давай на выход. Зубчатое колесо. У нас есть блок еще. Ого. Блок, это хорошо. Взять. Увеличена максимально... Импульсная ампула. Импульсные ампулы восполняют очки здоровья персонажа. Ампулы срабатывают определенное количество раз. При достижении максимального числа применений они разряжаются. Разряженные ампулы постепенно накапливают заряд, когда вы атакуете противников. Я понял. То есть, чем чаще бьешь, тем чаще ты условно лечишься. Э! Парниш! Опача! А ты! Я успел! Раз и два! Ой, хорош! Ай, ты ра-та-та-та! Я тебе сказал! Я не умею играть в такие игры! Я этого, того самого. Так, я жду, пока восполнится. Ударь меня! Ой, ты хрен моржовый! Раз и два! Вообще для детей, просто для детей. Эра, захват цели. Ага, там тоже обучалка была какая-то. Еще зубчатое колесо. Слушай, по мне попали один раз, не очень приятно, но в целом норм. Тусклый осколок эрго. Эргоферон. Почему-то реклама сразу в голове всплыла. Левая рука из стали. А почему у нас слева внизу, у левой руки из стали, половина здоровья? Смотри, можем направо побежать, можем прямо, можем налево. Давай направо. Лампа Монат освещает область вокруг персонажа. Включи меня, и Джей меня осветит путь. А как мне это сделать, отец? А, о! А и что мне это дает? Ну, то есть я просто включил, типа, лампадку, которая дает мне побольше света. Я вон чувака вижу наверху, он стоит. Э! О! О! Ой, ты дурачок! Ай, ты дурачок! Лёша! Опа, вниз, откатись! Он меня, он меня зажал! Говна пирога! Ну ты понял? То есть он просто подошел, меня зажал. Он меня зажал, лечимся. Пей. Ага. А чё она не все вылечила-то? Блин, я вот... Ага. Козёл. Я к тебе в друзья не набиваюсь, конечно, но это было неприятно. Зажал меня в углу и отмудохал. Как гопник какой-то. Опа! Опа, в сторону ушел! Раз! Лёша! Хорош! Ой, хорош! Катализатор легенды. Хрен пойми, что это такое. Использовать пояс. Вверх активировать ячейку верхнего пояса, низ активировать ячейку нижнего пояса. X использовать выбранный предмет. Чтобы использовать предмет и жесты, поместить их на пояс. А удерживайте, чтобы активировать дополнительную сумку. А вверх, вниз, влево, вправо использовать предмет. Чего? А... Вверх, вниз, лево, вправо. Нет. Что? Что за магия? Нет, ты понял? То есть нам сказали, нажми типа... типа X, потом вверх, вниз, влево, вправо. Нет. Вверх, вниз, лево... Вверх, вниз, влево, вправо. Вверх, вниз, лево, вправо. Последняя надежда. Если это использовать, персонаж умрет. А нахера мне такие проблемы? Так, то есть мы зашли сюда, здесь ничего не сделали. Кроме того, я слышу, где-то кто-то ходит, ты слышишь? Да, вон там, хрум-хрум. Ага. Так, это новые водные. Мы, оказывается, можем что-то разбивать. Нет, этого не можем.
Это необычно. Слушай, я хочу, чтобы мне как-то дали побольше жизней. Опа, перекат сразу. Никого нет. И говорят, иди куда хочешь. Так, там бомж стоит, да? А с чем он стоит? С трезубцем? Смертельная атака сзади. РБ. РБ это правая... Ну, РБ это... То есть, смотри, мы потихоньку подходим и нажимаем РБ. Ай! Смертельная, что пиздец! Смертельная, что пиздец атака! Вообще пиздец атака смертельная. Говорит, подойди сзади, нажми РБ. Подошел, нажал. Угу. Тут вон, из говна и палок сделано, но, конечно, не пройти. Так я уворачиваться могу. Угу. Братищ! Раз и два. Слушай, меня они, короче, не особенно пугают, потому что в целом я просто могу спамить атаку и просто их буду выносить. Ага, вон стоит еще один. Записка пассажира. Записка пассажира, если найдете эту записку, бегите подальше от вокзала. Понятно. Если что, говорит, бегите, говорит, подальше от вокзала. Но мы уже на нем. Тут ничего не сделать. Да-да-да-да-да. БЛ рывок. А-а-а. Я понял. То есть, дважды нажимая Б, ты от, ну как бы, да, отскакиваешь. Нет, просто Б нажимаешь. Если куда-то в сторону, то будет именно прыжок. Угу. Это новые водные. Так, опять этот хер. Может, я далеко стоял? Да. Ой-ой-ой-ой-ой! Мало, 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 мало половин. Так, восполняем здоровье. А, это, смотри, как прикольно бежит. А я его на противоходе. Леша, что ты нахер делаешь? На противоходе, говорит. Раз, два. А почему ты-то ударил? Ну, ты еще, блядь. Пьем. Импульсная ампула разряжена. Атакуйте врагов оружием для зарядки импульсных. Ага, естественно. Еще одно зубчатое колесо. Обрати внимание, левая рука из стали, все уменьшается. Эрго из лайф. Шрек это любовь. Шрек это жизнь. Ну ты понял, откуда это. Я знаю, ты, может быть, говоришь, что не понял, но я знаю, что ты понял. Тусклый осколок эрго. Минус. Ваза. Короче, что-то все отменено. Ничего не понятно. Пошли дальше. А тут быстрого спуска не... Ага, вот он был. Я слышу, кто-то толстый ходит. Запирающие устройства. По всему крату встречаются лестницы и двери, запертые устройствами. Отпирайте двери и пользуйтесь лестницами, чтобы находить короткие пути. Все окей. Катализатор легенды. Да-да-да-да-да. Вот мы, короче, нажали. И открыли. Угу. Так, как вы понимаете, мы здесь уже... Лежи, лежи, даже не вставай. Мы тут уже были, но мы пошли направо. Не прямо, как мне кажется, предполага... Блять, там... А у нас нет здоровья. Ну, похеру, погнали. Э! Товарищ! Ты это, чё такой здоровый? Ух! Я побежал. Чё, слышь? Слышь со мной бороться? А-ха-ха, я же по жопе дал! Ладно, 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 я тебя сейчас, я... Опа! В сторону, Лёша! Опа, в сторону, Лёша! А-а-а! Так, как тебя? Ага. Ой! Я ударил! Сейчас еще ударю. Ай ты! Он мне пи... Опа, в сторону. А ты вообще... Лёша, пей!
В смысле нет? У тебя банка должна уже зарядиться, Лёша! Нет, нет, нет! Живи. А, нет, ври или умри. Джепетто необычно талантливый и подливый ремесленник. Из-под его руки появились первые марионетки в Крате. Что можем сделать? Можем взять что-то побыстрее. Не вот этот огромный... А можно вернуться домой? Сейчас. Центральный вокзал. Дайте я выберу... Я выпил только что здоровье. Я только что здоровье выпил. А можно мне... Взять другое оружие. Левая рука. У меня же блок есть. Точно, точно, Леха. Так, давай попробуем другую тактику. Товарищ! Ой! Слушай, а это прям убило его. Нет, это не убило! Нахера? Да кто? Да кто делает? Кто из людей? Кто придумал, что хорошая идея на атаку? На атаку поставить, выпить здоровье. То есть я две банки выпил просто так, понимаешь? Хорошая, блядь, идея. Джапета. Иди сюда еще раз. Не пугайся меня, я тебя не больно дерну. О! А вас тут много, что ли? Ха-ха! Увернулся! Да, 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 оказывается, блок-то тоже работает. Вот смотри, я опять туда возвращаюсь, опять с тем же самым здоровьем. Но, а можно мне как-то сменить? Может, на И? Блок, рывок, дополнительная сумка, переключиться на ходьбу. Да нет, вообще, вообще не туда. Вообще не туда. Да, я ему... Ага, вот, наверное, наша душа. А как ее взять? Просто подошел и взял? Так, я на нем циклюсь. Я ставлю блок. И хопа! Давай, давай, у кого жизни больше? Да мне похеру, у меня жизни больше, чем у тебя. Раз, два. Сколько мы... Мы не выдерживаем. Так, мы знаем больше. Мы не выдерживаем все его удары, по той причине, что он вместе с ловкостью, ну короче, не с ловкостью, стамина, вот зеленой херней, которая у нас слева наверху, он также пробивает и здоровье. Так, я теперь стал опытнее. Ну-ка иди сюда. Я его сейчас пришпорю, если вы понимаете, о чем я. Мужики, раз-два, бегом. Вот смотри, минуснул одного. Этот подходит. Ну что ты делаешь, Лёша? Что-то можно взять. Зубчатое колесо. Вон, в каком-то машинном масле мы уже оказались. Возвращаемся обратно. Сейчас попробуем его... раскидать. Блин, вот если их не тронуть, нам потом это... И уже отпрыгивай, Лех. Уже отпрыгивай. Да, 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 да. Это прям чувствуется вот в таких играх. Раз. Ай, ты второго-то забыл! Ай, ты, блядь, второго забыл! Говно! Катализатор легенды. Так, сразу пьем. Да, 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 да. Вон наш труп лежит. Сейчас сразу концентрируемся. Опа-на! Ну шо? Ты готов? Опа! Как я ему пробил, а? Двоечку! А ты запрыгивай, Лёша! Ой, еще раз! Лёха! Он сытся нас! Он нас боится! А ты запрыгивай, отпрыгивай, отпрыгивай! Пей здоровье! Эй, бей! Лёха, бей! Лёха! Лёха! Блокируй, бей! Лёша, бей! Блокируй! Сука! Бей, Лёша! Бой! Так, мы получили, короче, какой-то ключ. Можно экипировать в ячейках через меню снаряжения. Меню снаряжения. Так, давайте изучать клинок большого...
Меча судьбы. Ну ты понял. Режущая колющая атака есть. Детали защиты. Амулеты. Амулеты. Второго оружия пока нет. Амулеты тоже никаких. Детали защиты. Это, наверное, нам потребуется немножко позже. Верхний пояс. Последняя надежда. Мгновенная смерть персонажа при использовании. Особенное особое устройство для моментального высвобождения энергии сердца Пи. При использовании персонаж умирает. Старик боялся, что его сын не проснется по-настоящему и впадет в безумие. Это устройство инициализации стало необходимым злом, которое позволило провести тонкую настройку. Нихера непонятно. Катализатор легенды. Катализатор способности марионетки быстро заряжает легенду. Катализатор повысил эффективность марионеток, проводя энергию эрго по их телам. Это революционное изобретение было основано на идее одного алхимика. Непонятно для чего. Для броска. Шестеренка, которую легко найти в крате. Можно бросить, чтобы привлечь врага. На такое. Терминальная смесь. Получить 100 эрго. Осколок эрго таинственного камня силы, который встречается в крате. Марионетка Джипета способна поглощать эрго и превращать его в энергию. Тоже пока непонятно, если честно. Доп-сумка, да? А что нам дали-то? По хорошему счету. Сумка, информация о персонаже, настройки. Здесь, короче, левую руку изменить невозможно. Все, что связано с оружием, тоже пока не меняется. ЛБ-Y. ЛБ. О! И чё? И что нам это дало, мой хороший? Там что-то было с ЛБ связанное. Взять зубчатое колесо. В целом, зачем мы сюда пришли? Мы сюда пришли для того, чтобы он надрать ему жопу и забрать ключи от вокзала. А другой причины здесь просто не было. Ну мы ж надрали. И то, по какой-то очень хитрой схеме мы ему надрали. Так, это мы пошли направо. А если налево? А налево-то нельзя было, Алексей. Открыть дверь. Вы использовали ключ от главного входа на центральный вокзал. Welcome to Krat. Справа вижу, мужик стоит прикольный. Какой-то сейф прошел, там вон сидит. Парочка мужиков ходит справа. Давай по центру, Леха, давай по центру. Площадь центрального вокзала Крата. Дождливая ночь. Починить предмет. Старгейзер это называется. Используйте старгейзер, чтобы полностью восстановить ОЗ и выносливость, а также зарядить импульсные ампулы. Вы возродитесь в этой точке при смерти. Помните, при этом возродится не только ваш персонаж, но и все враги. Угу. Так, давай пойдем сразу направо, потому что я видел там мужиков. Мужик! О! Ай ты, блядь! Почему? Почему? На атаку! Вы подумали, что охренительная идея на кнопку атаки во всех других играх поставить лечилку. Блин, надо теперь будет привыкать. Собака, прости, пожалуйста, меня. А почему у меня одна лечилочка? У меня вообще их было три только что. Тусклая скола Керга. Вон еще чувачочек. Вон вдалеке, видал? Слушай, а что так медленно восстанавливается? Я... Ага, и справа явно хер сидит. Опа, блядь! Как уебался! А хер ли ты такой быстрый? Я, короче, привыкаю пока к управлению. Не совсем понимаю, как можно... Что можно в блоки ставить, вот что. То есть я такой, бегу, типа, сейчас я тебе жопу надеру. Смотри, там вниз есть спуск. Я иду в отель, правильно? Где?
извините. Ой! Собака! Ой! Ой! Ой, ёпта! Ой, ёпта! Раз, два, три. Ху! Не, ладно, ладно, ладно. Это не так сложно. Если ты не боишься, то вообще не сложно. Мы ж не боимся, значит, не сложно. Вот так. Ху! Собак! Много собак! Обрати внимание, справа что-то загорелось. Что-то ломается, походу. Катализатор легенды. Я пока не знаю, что ломается. Жизнь Крата, выпуск 183. Всемирная выставка в Крате откладывается. Такое решение. Где это посмотреть? Сумка, информация персонажа, настройки. Так, если я сяду, а они все обратно встанут. А нам это не нужно, правильно? Маленькая штука. Она только включает, выключает свет и все? А ты можешь мне указать, куда мне идти? Так, я вижу, там вот мужик стоит. Угу. Чистый осколок эрго. Опаньки, да блядство какое-то! Опаньки! Ой, вы мне сейчас ее в два смычка насуете, да? Вот, и что это значит? Вот, и что это значит? То есть у нас... Сменить оружие, включить на ходьбу, дополнительная сумка, рывок уклонения. Да нет. Наверное, конечно. Тут, понимаешь, все чаще будет звучать слово «наверное». X. Использовать предмет с пояса. Можно использовать предмет для броска. Угу. Я понял, я понял. То есть у нас есть еще какие-то атаки, типа, заряженные. Типа, вот я подхожу, нажимаю Y. Ага. И я сломал свою палку-копалку. А как мне ее восстановить? Народ! А палку-копалку мне как восстановить? Там вон хер вон стоит. Ну, спасибо, здесь никого нет. Сумка, хренул, снаряжение. Как мне оружие... Ну-ка, снять его нахер. Вот смотри. Клинок большого меча судьбы, правильно? Шанс снижения урона при блокировке. Есть. Па-па-бом-па-бом-бом. Проблема в том, что он у меня сейчас типа сломался. А как мне его починить-то? Кто меня будет учить этому? Мужики? Этот вон лупится куда-то. Опаньки, 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 опаньки. Да я вам сейчас жопу надеру. Ладно, ладно, мужики, все. Я был неправ, я был неправ. Я пью. Ай ты, блядь! Включай, включай хуйню. Пей. Да все, 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 все. А-да-да-да-да-да-да-да! Ай, блин, палка! У меня... Что? Что происходит? Что происходит? То есть, у меня сломался меч, у меня не заряжается моя рука. Что мне было делать? Регенерация при блоке восстанавливает ОЗ, когда вы атакуете врагов. Да понятное дело! Вот, смотри, я обратно появился. Возможность ослабления. Во время вашей атаки вокруг полоски ОЗ врага появляется белая рамка. Когда это случается, вы можете вызвать у врага ослабление заряженной атакой при умении или умением легенды.
Смертельная атака. Нападите на ослабленного врага плюс РБ. Если противник ослаб, можно провести смертельную атаку. В случае успеха она наносит огромный урон. Так, а что мне делать? Вот он уже хер идет. Сейчас я душу свою сразу подберу. Вот, и пойду вниз. Но я не очень понимаю вот эту вот тему с ломанием оружия. А этот говно еще стреляет? Да конечно, ты ж не мог по-другому. Раз и два. Угу, хорош. Так, а стрелял-то кто еще? Там только один был мужик, который мог стрелять. Но он был единственный, кто меня видел. Да-да-да-да-да, он вот стоял вот тут, помнишь? Да, он был здесь. А, он стоит здесь. Ах ты, говно! Спускаемся вниз. Что-то подобрали. Зубчатое колесо опять. Тусклый осколок эрго. Катализатор легенды. Собакеш. Так, аккуратно. Никого. Кстати, вообще никого. Внимание, жители. Я полностью во внимании, жители. Чистый осколок эрго. Туда пока не пройти. Опа, и тут не открыть, кстати. Да-да-да-да-да-да-да. Тут нужно что-то другое. Хотя вообще было бы логично. А-а-а. Если зажимать кнопку, то будет типа двойная атака. Не одинарная, а комбо. Это я теперь знаю больше. Умение легенды. Y. Использовать умение легенды клинка. Y в блок. Использовать умение легенды рукояти. Оружие состоит из клинков и рукояти, обладающих своими особыми умениями легенды. Умение легенды расходуют ячейки легенды в разном количестве. Заряжаете ячейки легенды. Легенда такое врагов оружием. Холосо. Вот он идет, хер. А, он мне по жопе дал вообще! Ну и пошел ты в жопу. Еще разок. Опа, а что тут это? Да пошел в жопу. Ну все, я откатываюсь. Я принимаю. Я откатываюсь. Да, блядь, да просто бей, да хули ты... Эх, пиздец. Он пока вот этими своими комбо-атаками зарядит, я уже опиздюлюсь много-много раз. Слушай, я не знаю, просто надо чувствовать. Просто чувствуй. Я справа видел, но хочу сюда еще пробежать, может быть здесь какая-то секреточка будет. Пункт назначения – отель Карат. Отель Крат, точнее. Лучшее место для наблюдения за пунктом назначения. Красиво, однако. Там, наверное, работы нужно делать. Миллиард. Какие-то леса. Вот он, хер. Да бей, блядь! Так, а наш вон сносит хер десятых, извините. Где этот урод? Не, вот эти вот заряженные атаки очень долгие, очень долгие. Слушай, сразу используем. Угу.
термитная смесь. А нам бы это не только здоровье, нам бы сейф еще где-то. Ладно, тут собака вон стоит. Другое, ага. Да, конечно. Ты где видела, чтобы собака так делала? Все, 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 мужик, ты. А собака-то почему жива еще? Точильный механизм используйте, чтобы восстановить прочность оружия. Точильный механизм. А у нас есть точильный механизм? Точильный механизм использовать. О-о-о! Во, как это делается! Ты понял? Блин, извини, пожалуйста, я чуть до этого не видел этого бучалки. Да ее и не было, Лех. Блин, так ее прям точить тогда надо, точить и точить. Я всегда буду с максимально острым мечом ходить. Так, это сокращает путь. Хорош. Ну, а кто открывать-то будет? Алексей. Нам нужен ключ. Это не просто так, Леха. Это не молотком прийти и отхерачить двери. Окай, окай. Смотри, почему я бегу назад? Потому что там где-то был... Да-да-да-да-да, вот ход выше. По-моему, бочки нет смысла разбивать, в них ничего не лежит. Тусклый осколок эрго. Да-да-да, Алексей, здесь ничего нету. Я думаю, что где-то рядом должен быть сейф. Ну, это было бы логично. Блядь, идет хуй. И отходим, Леша. Леха. А почему-то ты ударил, блядь, первым? Катализатор легенды. Почему он ударил первым? Вот скажите мне. То есть он бежал всегда, бью я первым. Может, потому что здоровья мало? Где сейф? Ага. Открыли короткий путь. А короткий путь куда? Подожди, это мы отсюда только пришли. Да-да-да-да-да, мы открыли короткий путь именно сюда. И вот смотри, теперь нам не очень страшно умирать, если честно. У нас есть 4200 каких-то душ, наверное. Вход перекрыт могучей парадной марионеткой, и другого пути нет. Нам сейчас жопу будут драть. Пожалуйста, будь осторожен. Ты видишь, сколько у меня здоровья, мать? Говно. Мужик. Бродячий торговец, приветствую, добро пожаловать в Крад. Не думаю, что гвардейцы еще сражаются с марионетками. Ты не слышал? Организация развалилась. Остались только самоуверенные дилетанты. Купи что-нибудь, пока ты на фестивале. Ты не можешь полагаться только на себя. Да-да-да-да-да. Давай, смотри. Что мы можем купить? Во-первых, есть... рукоять леденящей рапиры. Клинок большого меча. Но это у нас и так есть. А где деньги? Деньги, я так понимаю, справа наверху 4215. Вот это вот. Катализатор легенды. Бросательная ампула. Электрический абразив. Временно насыщает оружие электричеством. Особый абразив, изготовленный из электрических порошков металла. Временно насыщает оружие электричеством. Мудрые гвардейцы готовят... готовы к любым неожиданностям, которые возникают в бою. Абразивы — еще одно оружие, способное переломить ход событий на постоянно меняющемся поле боя. Я вообще хочу что-то побыстрее, если честно. Клинок сабли марионетки. То есть сейчас мы ходим вот с большим мечом.
Прочность 112, физатака будет больше. Здесь меньше атака. Давай купим вот эту штуку. А давай все купим, Леш. Бросательная ампула, точильный камень. До трех. Да прям три возьмем. Тоже прям три. Это и так есть. Так. Алексей Валерьевич, давай смотреть, что мы с тобой покупали. То есть мы с тобой заходим в снаряжение. Вместо этого оружия берем... вот такое. Амулетов никаких нету. Детали никаких нету. Верхний пояс, импульсная ампула. Мгновенно восстанавливает прочность. Мы пока не будем этого делать. Катализатор легенды. Да все. Так, куда идти-то, алло? А сейв? Дядь, а у тебя сейва тут нету? Звук идет оттуда. Сейчас, секунда. Бочку сломали своей жопой. Угу. Представляем парадную марионетку, а вот и потрясающая марионетка, которая вдохновляет жизнь в парад или типа того. Ну что, погнали. Здоровье, кстати говоря, вообще никак. Вообще никак. Ты бьешь быстро? А если заряжаешься? Ага. Да нет, херня, конечно же. Конечно же, херня. Другое оружие. О! Слушай, давай попробуем вот этим. Типа ударил, убежал. Может быть, может быть. Да-да-да, это явно босс. Ну что, открываем к боссу дверь. Сейчас будет первый минус. Какой первый, Лех? У тебя уже не первый. Клоуны, джокеры. Нам пиздец. Что? Почему у него вантус на голове? Подожди, так это что, это из Соника? Командующий, блядь, парадом. Опа, понял, как я шаранул? Перекатывайся! Ага, не ссы. Леша, Леша, будь уверен. В сторону! Леха! Молодец! Ударил два раза! Гита! Лги или умри. Что мне с этой хуйней делать? Его хоть залей говном, если честно, хоть с ног до головы. Значит, смотри. Первое, что мы делаем. Первое, что мы делаем, обязательно. При смерти в области босса, если вы умрете в бою с боссом, эрго смерти появится ухода в область. Ага. Я думаю, что мне нужно снаряжение, которое другое. Пускай будет вот это. И побежали. Три удара. Им нужно три удара. Тут какие-то, блядь, собаки были. Хуебяки. Два, три. И перекат. Потом сразу вот этого выбираем. Не, нормально. Нормально, нормально. Хули ты сидишь-то? Да конечно, четыре по мне дурака попали. Ой, я не сюда побежал. Я побежал не сюда, мужики, не сюда. Хотя, конечно, это было бы неплохо. Подожди, а где был проход-то? То есть мы бы бежали сюда. Ага, извините. Да.
этот минус. Вот, типа короткий путь вот сюда направо. Да, 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 вот он этот цирк. Циркус, видишь? Пойдем сразу к боссу. Мы в целом готовы. К смерти вообще стопудово готовы. Да, 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 да. Правда, что с ним делать? Вообще непонятно. Входим. Командующий своим говнопарадом. Да хули ты не достаешь-то, блядь, ни до кого? Тайминги, тайминги, Лёша! Это что за говно было? Да пиздец, блядь! А я так быстро бить не умею, у меня нету этого в игре! Пиздец вообще, блядь. Это хуйло какое-то огромное. А я блок поставлю. Ой, я блок могу. А еще блок, а еще. Понятия не имею, как его убить. Вообще понятия не имею. Ну, пускай это будет у нас первая часть прохождения демоверсии. Меня зовут Алексей, вы на канале Фролов Может Все. Сегодня Фролов смог все в первой части прохождения демоверсии Ложь Пи. Если ты смотрел до этого момента, скорее всего, тебе понравилось, поэтому ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий, рассказывай своим друзьям и обязательно заходи в нашу телегу. Там много-много всего интересного. Новое видео выйдет совсем скоро. И знай, мне с тобой было хорошо.